श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहरम वाछाकुवश कृपा सिंधुवच पतितान पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यास ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगद्वरुण ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपालभवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गभवधू स्वादर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशांबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्गुंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभुषि त्वामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वरानुषिपुरपति भजविश्वनाथं वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Anadinidhanam bhavam sabda tattvam jadaksharam nivartate arthabhavena pakriya jagato yat. Anadinidhanam brahma sabda tattvam jadaksharam nivartate arthabhavena pakriya jagato yat. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakura Prabhupada. Парамахамса Джагадгуру сказал, майявади, они хотят уничтожить Бхагавана и его сварупу. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру сказал, майявади, они хотят уничтожить Бхагавата сварупу. И они не принимают Бхагават Сварупу. Камса был майявади. Он хотел уничтожить Кришну. Какие проблемы? Мы убьем Кришну, и тогда за нами никто не будет больше наблюдать. Джарасандха хотел уничтожить Кришну. Шишупал хотел уничтожить Кришну. Раван хотел украсть шакти Бхагавана. Все это признаки майявады. Все это признаки майявады. В чем они заключаются? О, они хотят уничтожить Бхагавана или они хотят украсть его шакти. Пусть он остается без силы, без шакти. В материальном мире вы можете это наблюдать в Гаудия Матхи, вы можете поговорить с кем-то, и вы поймете, что это майявади, переодевшийся в вайшнава. Вот почему Прабхупада сказал, с того момента, когда майявади стали присоединяться к Гаудия Матху, переодевшись в вайшнава. Попытайтесь понять, я вам не рассказываю какую-то небылицы. Я рассказываю вам что-то правдивое. Вы можете подумать, наверное, я предвзят. Почему я так говорю? Нет, это слова Прабхупады. С того момента, когда майявади стали присоединяться к Гаудия Матху, переодевшись преданными. С этого момента начались все проблемы, но до этого не было столько много проблем. Во времена Гуранги Махапрабху существовало много всяких разных так называемых преданных, майявади и так далее, но они все были выброшены. То есть они не могли присоединиться к преданных. Но сейчас как, что происходит? Если вы майявади, то вас приглашают. Но преданные никому не нужны, преданных прогоняют. Преданные начнут говорить об абсолютной истине, зачем вы поступаете так, зачем вы поступаете сяк. Тогда, поэтому лучше прогнать преданных и пригласить майявади. И Прабхупада сказал, что с того момента, как чистых преданных стали прогонять из храмов, то образовалась такая ситуация, при которой практически невозможно найти подлинную харикатху, то есть засуха в сфере харикатхи. Какой-то профессор, он не может говорить харикатху. Может быть, он у него большие какие-то способности. Может быть, у него талант какой-то, но это не харикатха. Я не профессор. Я не лингвист. Не ждите от меня какого-то красивого языка. Что вы можете ожидать от меня? Вы можете ожидать те реализации, что я получила от своего Гурудева. У нас нет времени слушать ваши лекции. У нас нет времени слушать ваши лекции. У нас столько много дел. Нас не интересует
всякие лекции и сухие философии. Нам нужны реализации. Если у вас есть реализация, если вы совершили достаточно гуру-севы, тогда мы хотим вас послушать, чтобы вы нам смогли передать свое настроение. Все эти сиддханты, они секретные. Вся эта сиддханта. И благодаря этим сиддхантам вы будете защищены. А иначе вы падете. В любой момент вы можете пасть. Это ваша защита. Вы сможете себя защитить. Вы сможете понять, что к чему, и вы можете себе сами помочь на пути баджана. Иначе очень тяжело. Мы окружены майей. Повсюду майя. Майя и майявади. Майя значит, что там есть и майявади. Мы окружены майей, это означает, что там также присутствует майявади. И не найти даже ни капельку чистой преданности. Это тяжелые времена. Мы живем в тяжелые времена. И всего так много денег, все говорят о положении, ну, то есть можно просад найти вкусный, мы можем найти размещение классное, кондиционеры и так далее, но бхакти сложно найти. Это большая редкость. То есть всего так много, мы окружены столькими вещами, но бхакти нет практически. Это все признаки майявади. Они либо хотят уничтожить Бхагавана, либо же они хотят присвоить себе шакти Бхагавана. Они хотят, чтобы Бхагаван остался без шакти. Это признаки майявади. Камса хотел уничтожить Кришну. Он постоянно об этом думал. Шишупал хотел уничтожить Кришну. Джарасанда. Все они хотели уничтожить Кришну. Если Кришна будет жить, то он увидит, что наши поступки, наши грехи. Равана, он хотел украсть Шакти Бхагавана, Ситу. Раван попытался украсть Ситу. Это признаки майявады или майявади. Какие признаки у майявади? Гору Вимук, Ниджа Джани Джани Пот. Бхактина Такур написал в одном киртане. Те, кто против Гуранги, даже если они мои родные, я все равно понимаю, что у них нет никаких отношений со мной. Если мой отец против Гуранги, я его оставлю. Я смогу получить отца. В каждой жизни у меня есть отец, но когда я получу Кришну? Гуру Вайшнавы, я не смогу получить их общение в каждой жизни. И любыми средствами я должен поддерживать отношения с Гуру Вайшнавами. Бхактинот Такур пишет. Гора Вимук, Ниджа Джани Джани Пад. Те, кто внешне, они мои родные, дорогие мои и родные. Но если они против Гуранги, как вы можете понять, что кто-то против Гуранги? Мараш, ну они же наносят тилаку, они читают харинам, они даже одевают одежды ачари. Бхактинанда Такур написал первый стих, а Прабхупада дал ответ, научный ответ или объяснение. Как мы можем понять, что кто-то против Гуранги? Как? У него же он в сафране, саньяси, он разговаривает так сладостно с кем-то. А ты говоришь, что он майявади, как мы можем это понять? И Прабхупада сказал, есть признаки, прям как доктор, когда он проверяет ваш пульс, он может понять, что к чему. Гуру Вайшнавы, у них есть
такое понимание. Они могут посмотреть на кого-то, на чье-то поведение, на чью-то деятельность, и они сразу же разберутся, что к чему. О, это Майявади, переодетый преданным. Как они это делают? Вы увидите, что Майявади, их поведение, оно очень сладостное. И они постоянно смеются, но этот смех — это своего рода острая шпага. Они смеются, улыбаются, разговаривают с вами так сладко. Но их улыбка — это шпага острая, при помощи которой они вас убивают. То есть они разрушают вашу духовную жизнь. Вы не верите в это, но я это видел своими глазами. Такие улыбчивые, шутят со всеми. Но таким образом они убивают преданность, разрушают духовную жизнь преданных. Прабхупада дал научный ответ. Как распознать, что кто-то против Гуранги? Но он же живет в храме, он посещает арати. Как ты можешь сказать, что он майявади? А Прабхупада объясняет, вы присмотритесь к нему. Он не понимает, чистых саду, когда они говорят харикатху. И вы можете почитать то, что они пишут, и там нет никакой связи с Гуру Варгой. То есть все, что они говорят, все, что они пишут, все, что они делают, это не связано с Гуру Варгой. И это доказывает, что такой человек, он против Гуранги. Они внешне вы не, ну, не можете этого понять. Если мы не идем по стопам нашей Гуру Варги, тогда мы майявади. Прабхупада объясняет, все мы осквернены майявадой, плюс-минус, каждый из нас. Как же так? Я же вайшнав. Плюс-минус, более или менее мы все загрязнены, осквернены майявадой. Что значит, то есть в чем заключается майявада, на чем основывается майявада? Майявади, они не верят в вечное существование Бхагавана. Они не верят в вечное существование гуру, вайшнавов и Бхагавана, дамы, намы и так далее. Это их самая главная болезнь. Они не осознают, что вайшнавы, они существуют вечно. В тот день я вам сказал, если я вам расскажу немножечко о философии майявада, вы засмеетесь. Как Гуру Татва. Я вам сначала могу рассказать о Гуру Татве. В соответствии с Гаудия Сиддханта Вичаром, мы понимаем, что Гуру Дева, он существует вечно. И это основа нашей духовной жизни. Если мы думаем, что Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж умер, все, его нет. Закончился. Нет. Гуру Варга, она там. Они на меня смотрят. Если у меня такое понимание, Гурудев умер, тогда я майявади. Гурудева существует вечно. Я вам, могу вам объяснить Гуру Тату с точки зрения майявади. Майявади, они принимают гуру какого-то глупца. Глупца? Да. Я вам сейчас все объясню. Вы не поверите. Майявади, они принимают в качестве гуру глупцов. Глупцов значит, что они не ситхи, они обычные люди. Потому что те, кто достигают состояния, те, кто осознают себя брамой, попытайтесь сконцентрироваться на этом моменте. Если кто-то достигает брахмапада, если кто-то практикует и в конечном итоге достигает брахмапады, это означает, что он осознает брахму. Когда кто-то
Когда кто-то достигает Брахмапады, он понимает, я Брахма. Когда кто-то в процессе практики постепенно осознает «Агам Брахмасми», понимаете? «Я есть Брахма». Это является успехом их баджана. «Я есть Брахма». То есть достижение Брахмапада, их успех баджана, успех их баджана, не нашего баджана. То есть когда майявади достигают этого уровня, они не видят вас, нас, себя. Брахма значит вот это вот. Все Брахма. Кто ты, кто я? Все Брахма. Брахма — это одна единственная татва. То есть в таком случае вот этот вот ситха, так называемый, он не может научить, передать никакое знание своим ученикам. Попытайтесь все это понять. Только те, кто слушает уже 30-40 лет в Гаудия Мадхи Карикату, они в состоянии понять эти вещи. Когда майявади достигает уровня Брахмапады, в том случае его даршан, он сравнивает все. То есть я Брахма, ты Брахма. Прям как я привел вам пример о Шанти Махараджи. То есть он замахнулся на одного майявади, майявади испугался, и он сказал, зачем ты, почему ты пугаешься? Я Брахма, ты Брахма, палка тоже Брахма. То есть когда ситха, майявади, осознает все как Брахма, как он может научить кого-то, если он не различает ничего больше? Это шлока, написанная Тусидасджи Махараджем. Очень легкая шлока. Когда я повстречал Садгуру, я предался его лотосным стопам. Садгуру мне сказал, глупец, ты ничего, ни в чем не разбираешься, смотри, это Майя, это Бхагаван, это Дама, это Нама. А вот таким образом тебе нужно совершать баджан. Не ходи туда. Они... Это означает, что Садгуру должен, он должен указать, это плохо, не ходи туда. Если он так не говорит, что такое хорошо, а что такое плохо, если вы, как отец, не учите своего ребенка, что такое хорошо, а что такое плохо, то какой же вы отец? То есть Садгуру, он должен указать, это неправильно. Ты ошибся, ты сделал неправильно, не ходи туда, ты разрушишь свой баджан, не ешь прасад, не принимай прасад там. Садгуру, он обязан вам указать на ваши недостатки. Потому что я неофит, я могу постоянно ошибаться. Если Садгуру скажет, все, Брахма, зачем мне искать ошибки в ком-то, недостатки, тогда... И нет никакой речи не может идти об обучении. Нельзя научиться в таком случае. Я Брахма, мой сын Брахма, мой отец Брахма, моя мать Брахма. То есть как кого тут можно чему научить? Когда они осознают себя Брахмой, то есть они все видят как одно. Это своего рода представление. На самом деле у них нет этого понимания. Но они чувствуют, что они Брахма. Но если они Брахма, тогда, если кто-то Брахма, он не может видеть недостатков в своих учениках. И тогда, с их точки зрения, они не могут быть гуру, потому что они Брахма. Тогда кого принять как гуру? Можно принять какого-то глупца, который еще не достиг положения Брахмы, который еще не осознал себя Брахмой. И на что такой гуру тогда нужен? Какой смысл в принятии такого гуру? Обусловленная душа, она неосознанная. Осознанность значит реализации в вайшнава-даршане.
Но когда майявади достигают такого уровня, что они брахма, они не могут делать различия, кто ученик, кто учитель, они не могут обучать. Поэтому майявади принимают глупцов как гуру, которые еще не достигли этого уровня. То есть в соответствии с майявадой, гуру татва — это нестабильная татва. В соответствии с майявадой, с точки зрения майявады, гуру татва — это шутки какие-то. Это какая-то шутка. Кто захочет принять глупца в качестве гуру? Никто, но они это делают. И они совершают гуру-пуджу. Если я вас возьму с собой в Харидвар, в Варанаси, вы с ума сойдете. Они совершают такие большие пуджи, гуру-пуджи. Сколько денег они тратят на гуру-пуджу? Сколько денег вы тратите на гуру-пуджу? Немножечко, но они такие гуру-пуджи устраивают. Но и гуру-пуджа — это представление. Они делают гуру-пуджу, говорят харикатху, но это не харикатха, конечно же, это их майявад-вичар. Они созывают всех майявад-саньяси и обсуждают их великую философию, после чего они совершают поклонение гуру. Но их поклонение — это своего рода спектакль, потому что нет никакой истины в этом. Они даже не понимают, что такое гуру-татва. Они не понимают, что гуру-дева, он существует вечно. На что, зачем такая гуру-пуджа нужна, такая, которую они совершают? И они такие энтузиасты, такие приготовления устраивают. Я вам могу показать, даже во Вриндаване столько много майявади. Я вас могу с собой взять в Раманрети. И вы увидите, о, Мараш, такой красивый храм. Там даже божества есть, там Рада Говинда или те божества, что там находятся. Но вы не знаете, они майявади, а у них есть божества, и они даже арати проводят божествам. И они даже предлагают Богу божествам, но они майявади, а вы не сможете этого понять. Есть некие признаки, при помощи которых вы разберетесь. А иначе вы будете как глупцы думать, что это вайшнавы. Но их божества, они как куклы. У них есть божества. Когда какие-то глупцы устанавливают божества, то это ни к чему хорошему не приводит. То есть я не хожу в такие места, где божества установлены неосознавшими себя душами. Это Сиддханта Вичара Рамануджачарья. Если божества установлены Махапурушем, Махапуруш, он приглашает Бхагавана. Он говорит: «Бхагаван, снизойди, войди в это божество и принимай наше служение». Тогда все в порядке. Но у кого нет такой силы, то это не божества, они не могут установить божества. То есть меня много, и меня тоже приглашают, чтобы я установил божества. Я не устанавливаю божества, потому что я знаю, сегодня они могут поклоняться, а завтра они начнут совершать оскорбления. И много раз так произошло, что моего гуру Мараджа предлагали его на всякие яги, на открытие храмов, на установление божеств. Но в итоге гуру Мараш, он получил столько много боли. Он установил божества Рада Говинда там и Гуранга Махапрабху в каком-то месте. Много божеств он установил. Он во всех, в большинстве храмов Мадхава Госвами Мараджа большинство божеств, они установлены.
не только в храмах Мадхава Госвами Махараджа, а вообще, в принципе, в храмах. Большинство божеств установлены либо Бхакти Прамодпури Госвами Махараджа, либо Бхакти Горов Вайкана с Госвами Махараджа. В общем, в одном храме, где Гуру Махарадж установил большинство, там было два брамачари, и они поссорились, и один брамачари убил другого. И этого брамачари, который убил брамачари, его посадили в тюрьму на 12 лет. И храм закрыли под замок. И Гуру Махарадж разрыдался. Я установил божества, и они даже сейчас не могут получить стакан воды и пуджу. И он стал в уме им поклоняться. В уме стал поклоняться этим божествам. Это моя ответственность. Я установил эти божества. В нашей Гаудия Сампрадае один так называемый ученик Шрила Бхакти Дейта Мадхава Госвами Махарадж, на самом деле он Маявади. Но до этого никто не заметил этого, и впоследствии его поймали, то есть обнаружилось, что он Маявади. То есть он был в одеждах преданного, и он попросил одного ачарью из Бардамана: «О, Махарадж, приезжай к нам, я заказал божества, приедь, в общем, установи божества». В нашей Гаудия Сампрадае произошло это. И он совершал аскезы, чтобы встретиться с Хануманом. И Хануман спросил: «Что ты хочешь?» Он сказал: «Я хочу деньги, храмы, положение». В общем, он читал. Хануман, он не явился сам лично, но он дал какой-то знак. В итоге вот этот вот так называемый преданный, ему удалось купить большой кусок земли на Говардане, потому что он получил много денег по благословению Ханумана. Мы не должны таким заниматься. И после чего он построил храм, и, в общем, установил храм, и после чего он захотел установить божества. В общем, он позвал одного ачарию, чтобы тот ачарья установил божества. И этот ачарья из Бардамана, один вайшнав, у него близкие отношения со мной. В общем, он установил эти божества, очень такой большой радостью. И на следующий день, ранним утром, попытайтесь понять то, о чем я говорю. Ранним утром он отправился в Нандагаон получить даршан, варшану. То есть он очень рано с утра он отправился на парикраму перед арати во Вриндаване. Арати проводится в 5-5:30, потому что солнце позднее встает. Махарадж отправился в Нандаграм, варшану, и на следующий день, то есть через день, он вернулся в тот храм, где он установил божества, и он отправился предложить поклоны божествам. И он шокировался. Он увидел ту же самую гирлянду, те же самые одежды. Все было то же самое, как какой-то идол, как какие-то куклы. И он заплакал: «О, Господи, он Маявади, я не смог этого понять. Почему? Зачем я это сделал? Зачем я установил эти божества? Он Маявади. Ни арати не проводят божествам, ни Богу не предлагают». И поэтому даже в нашем Гаудия Бхаджане много есть таких, которые только переодеты в одежды преданных, а на самом деле они Маявади. Может быть, 50-60. Если они не на 100% Маявади, может быть, они на 50, на 60, на 80, на 90% Маявади. Вот почему Прабхупада сказал: все мы более или менее осквернены Маявадой, потому что у нас нет 100% веры в Гуру Вайшнавы Бхагаван. Мы не Маявади напрямую, но нам не хватает вайшнавизма. То есть у нас нет веры в Гуру Вайшнавы Бхагаван.
предположим, мне не хватает 20% веры. Я верю на 80%, и значит, что на 20% я Майявади. Не злитесь на меня. И если вам не хватает 5%, чтобы полностью поверить в гуру Вайшнавов и Бхагавану, тогда вы на 5% Майявади. То есть в зависимости от вашей неверы в гуру Вайшнавов и Бхагавана, вы Майявади. То есть настолько, насколько вы не верите, настолько вы Майявади. Тогда я совершал, когда я путешествовал по лесам Вриндавана, каждый год я отправлялся на совершение Чурасики парикрам. И Раманрети — это очень важное место лил. Возможно, оно сейчас принадлежит Майявади, но это место, оно очень значимое для нас. Я не принимаю там просад от них. Когда я туда приходил, они там распространяют просад всем подряд. Это классно, но они Майявади. И один Майявади из Раджастана, он очень известный Майявади. Он мне написал письмо: «О, Махарадж, у нас будет большая ягья, приезжай, поучаствуй в нашем празднике». Но я знал, что он Майявади, поэтому я не пошел на его праздник. И он заботится о 300 тысяч коровах. У него большая, огромная гошала, у него 300 тысяч коров. Я могу вам показать его письмо. Он написал мне благодарственное письмо, выразив благодарность за то, что я написал книгу о Гоумате. И я к нему не пошел, потому что я знаю, что он Майявади. Но вы не можете разобраться. То есть там есть божества. Но как понять, если вы меня возьмете в любой храм, по милости Гуру Дева и Прабхупады, я могу посмотреть на божества и могу понять. Совершается ли настоящая истинная арати этим божествам? И совершается ли пуджа или нет? Вы меня можете с собой взять в любой храм. Я могу понять, совершается ли истинная сева этим божествам или нет. То есть я могу понять, какие божества заброшены. Сколько чистоты необходимо для того, чтобы совершать арчан, виграха сева. Вы не можете себе представить, насколько нужно поддерживать чистоту, чтобы поклоняться божествам в храме. Они с Майявади делают, совершают арати, но это не служение, это не сева, это своего рода спектакль. Майявади, они говорят, что для того, чтобы нам нужно сконцентрироваться. Нам необходимо сконцентрироваться, иначе как мы можем достигнуть успеха и осознать себя Брамой. Поэтому временно мы принимаем виграху Радха Говинда. В чем заключается их философия? Не забывайте об этом. Они временно медитируют на форму Бхагавана, но они видят их как кукол, как идолов. Они временно для своего блага,
чтобы им можно было сконцентрироваться. А они держат божества в храме. То есть какова их сиддханта? То есть для того, чтобы нам практиковать как положено, мы на время принимаем форму Брамы, но Брама, он без формы, без формы. У него нет формы. Но на какое-то время мы принимаем форму Брамы, чтобы нам получилось сконцентрироваться. Смотрите, какая опасная философия. Вы можете посмеяться после того, как вы послушали Гурутату и Бхагаватату. Даже мальчики из Гаудия Матха, они засмеются. Но их настроение, их энтузиазм, они устраивают праздники. Вы сколько тратите денег на праздники? Нисколько не тратите. Во всем мире одни майявади, даже в Бхарате, в Америке, все майявади. Повсюду майявади, они получают могущество. Это манипуляции майи. Майя-деви, она так все устраивает, что майявади во всем мире, они получают уважение. Но никто не хочет видеть преданных. Все думают, что саду, они ни на что не годны. Сарвабхам Бхаттачарья, он один из таких майявади. Понимаете, я вам столько всего много рассказал. Сейчас вы понимаете положение Сарвабхам Бхаттачарьи. Сейчас вы понимаете, каково его положение. Он такого рода личность. Он никогда не верит в Гуру Вайшнава, в Бхагавана, в его вечное имя. Ни во что это. Но внешнее его поведение, оно очень чистое, то есть он поддерживает чистоту. И вот он начал спор с Махапрабху. Я уже вам рассказал, что он обиделся, оскорбился. Ты юнец, ты хочешь меня научить чему-то? Как ты можешь себе это позволить? Мое имя Сарвабхама Бхаттачарья, а ты какой-то юнец, тебе сколько лет? 22, 24 года. Я до этого момента, я думаю, питал тебе теплые чувства, я хотел тебе дать наставление, но сейчас я вижу, что ты хочешь меня наставить, такой ты дерзкий. И Махапрабху очень скромненько, он стал объяснять: «О, Сарвабхам, ты такой ученый большой, просто подумай, подумай снова, задумайся на эту тему. Если Брама, он не обладает никакой силой, энергией, если у него нет формы, нет могущества, тогда понятие Брамы это как будто материя, инертная материя. И тогда Сарвабхама сказал, Махапрабху сказал, кто захочет поклоняться такому Брахме, у него нет ни формы, ни силы. И Сарвабхама, он продолжил спорить с Махапрабху. Начал спорить. Он, то есть, не уговорился. В последние 2-3 дня я хотел вам поведать об основных пунктах Веданты, для того, чтобы у вас получилось понять концепции Веданты, основные концепции. То есть понять, что такое Веданта. То есть я попытался вам, после чего вы сможете понять, по какой причине Махапрабху и Сарвабхама, они затеяли это обсуждение. То есть
завязалось это обсуждение. То есть вчера я вам рассказала о четырех шлоках. Джанма. Вот эти четыре шлоки. Я хочу вам объяснить еще две шлоки, после чего вам станет легче понять. Икшетер на ашабьям. Икшетер на ашабьям. Попытайтесь понять эти шлоки. Это означает, это пятая сутра. Это очень сложная экспрессия. Веданта — это очень сложное описание. Икшетер на ашабьям. Не пытайтесь увидеть то, что не шабда. Не пытайтесь увидеть то, что не истинная шабда, что не является истинной шабдой. Как мы можем увидеть шабду? Мы об этом никогда не слышали. Мы никогда не слышали, что шабду можно увидеть. Да, шабду можно увидеть. Даже в материальном мире. Вы, когда делаете кардиограмму, вы видите этот график. Или в прошлом у нас были граммофоны, вот эти записывающие всякие устройства. И там вот это вот была не знаю, как она называется, вот этот диск. Вы его должны были поставить, положить на устройство и поставить туда эту иголку. То есть что это означает? И тогда граммофон он зарабатывал. То есть у звука есть форма. А иначе как его можно записать? Материальную шабду можно записать. У материальной шабды есть форма. Вы видите это на кардиограмме. Что это? Это экспрессия вашего сердцебиения. Это график. То есть звук приобретает форму. Таким образом, мы можем доказать, что даже материальный звук, у него есть сварупа. Может быть, мы этого не осознаем, но оно так и есть. Икшетер на ашабьям. Ашабдам. Постарайтесь понять. Есть своего рода что-то, нечто необыкновенное. У Бхагавана трансцендентные органы чувств. Сарвамбатачарья, он не хотел этого принять. Он был совсем не готов это принять. Бхагаван сказал, смотри, все органы чувств Бхагавана, у Бхагавана есть уши, нос, глаза, руки, ноги. Но Сарвамбатачарья этого не принимал. Он цитировал одну-две шлоки из Упанишад, и он все повторял. У него нет формы, у него нет формы. Бхагаван сказал, Бхагаван, он не бесформен. Конечно, есть тоже безличный аспект Бхагавана, но Бхагаван имеет личную форму, вечную форму. О Сарвабхаума, постарайся понять это. Я не хочу с тобой ругаться. Пойми, у Бхагавана есть руки, ноги, он являет себя перед нами. Он дает свой даршан своим преданным, он играет с ними. Большинство из наших гуруварги, они достигли успеха. Прабхупада
он видел Бхагавана, когда он совершал 100 крор на Маягью. Панчататва, Нитянанда, Адвейта, все они явились Прабхупаде. И Гаудия, преданные. Прабхупада всех их увидела. Они сказали: «О, Вимала Прасад, начинай проповедь. Как я могу проповедовать? У меня нет ни денег, ни людей. У меня нет ничего. Как я могу проповедовать?» И тогда они благословили его. «Все будет тебе послано. Ты пробуй. Мы тебе все пошлем. Деньги, людей. Все, все придет». Бхагаван лично явился перед Прабхупадой, но вы в это не верите. В нашем материальном мире вы можете увидеть, что змея... Вы видели уши у змеи? И как же, если у змеи нет ушей, то чем она слушает? У нее нет ушей. И как без ушей она может слушать? Нет ушей, у змеи нет ушей. Тем не менее, змея слышит. Каким образом? Глазами. Глазами, да. Змея смотрит при помощи глаз и также слышит при помощи глаз. Эти две функции выполняются глазами. То есть в материальном мире вы видите такие чудеса. Тем не менее, вы не можете принять, что у Бхагавана есть апракрита, органы чувств. При помощи глаз Бхагаван может принимать прасад, а при помощи ушей Бхагаван может видеть. Любой орган чувств Бхагавана может выполнять функцию любого другого органа чувств. Это я вам завтра объясню. Сегодня нет времени, и мне нужно обсудить главную тему. Икшетер на ашабдам. Не концентрируйтесь на том, что не является истинной шабдой. Ашабда означает то, что не является апракрита шабдой. Не пробуйте концентрироваться, не пробуйте увидеть то, что не является истинной шабдой. Звук может быть увиден, и апракрита звук может быть увиден. И до сих пор вы не имеете вот этих вот осознаний, реализации. Апракрита шабда, когда Гурудева дает мантру, Кришна мантру. Иногда так случается, как в случае Шринивасачари. Шринивасачарья дал мантру, а он дал мантру Рамачандре Кавираджу. В Брихат Бхагаватамрите, и не только там, но также и в Нрисимха Паричаре, то, что я в книжку опубликовал 12-14 лет назад, там написано. Нрисимха Паричаре — это книжка, где не описывается, как поклоняться Нрисимхадеву. Это своего рода Харибхакти Виласа. Эта книжка была написана 900 лет назад. И она была написана Кришна Девачари. Он написал эту книгу. И эта книжка существовала перед Харибхакти Виласа. 900 лет назад Кришна Девачари, он написал эту книгу. Это своего рода Харибхакти Виласа. Там приведены все правила, как совершать врат и так далее. И в этой книге также говорится, написано, когда вы принимаете мантру, если ваше положение возвышенное, то есть если вы полностью предались, тогда сразу же, когда Гурудева вам дает мантры, вы чувствуете какие-то реакции. И я уже объяснил Брихат Бхагаватамрите, когда Гопакумар получил мантру от своего Гурудева. Его Гурудев, он звался Джаянта, это один Парамамса. Однажды Гопакумар увидел своего Гурудева
давным-давно. Я сейчас уже обсуждаю финальную часть Бригад Бхагаватамриты. Но в любом случае понадобится еще около года, чтобы ее завершить. Тем не менее, сейчас я немножечко отошел в прошлое. Когда Гопа Кумар увидел одного гуру, и Гопа Кумар, он не чувствовал удовлетворения в сердце. Он в лесу был, на берегах Ямуны, и он увидел Гурудева. И Гурудева сказал: «Иди, прими омовение в Ямуне и возвращайся ко мне. Я тебе дам мантру». И Гопа Кумар принял омовение в Ямуне и получил мантру от Гурудева. И написано, что после того, как Гопа Кумар получил эту мантру, Камгайтри, Камабиджа, мантры, Гопа Кумар, он потерял сознание. Он упал на землю. Он начал повторять эту мантру, и эта мантра произвела на него, повлияла на него так сильно, потому что Гопа Кумар был очень искренен. Он был очень заинтересован в познании абсолютной истины. Поэтому, когда Садгуру дал ему мантру, он сразу же почувствовал какую-то реакцию. Это означает, что мантра и мантра Девата, то есть мантру, которую Гурудев дает, и то, что мантра обозначает, например, если я получаю Кришна мантру, Кама Гайатри, если я не могу увидеть мантра Дева, то тогда мое воспевание этой мантры, оно неполное. Если я не могу увидеть мантра Дева, то это правило такое. В наши дни никто вас этому не учит, но вы должны выучить это. Каждый раз, когда я повторяю мантры, матаджи не получают Брахма Гайатри. По одной причине, по некой причине. То есть, когда вы читаете Гаятри в 4:30 утра, вам нужно сконцентрироваться на солнце. И в свете солнца вы можете увидеть Гурангу. Свет, лучи солнца, они цвета золота, и Гуранга, он тоже золотистого цвета. Это Брахма Гаятри. Когда вы воспеваете Гурангу мантру, вы должны видеть, вы сможете увидеть Гурангу, золотую аватару. Но если вы не видите Гурангу, тогда вы не воспеваете как положено. Мантра и то, на что указывает мантра, то есть Ишвара. Кама Гайатри, она указывает на Кришну, на Камадева. Если вы не прочитываете мантры неправильно, вы можете совершать это долгое время, но вы не добьетесь никакого результата. И в случае Гопа Кумара вы можете получить непосредственное понимание. Гурудев Гопа Кумара был Сидда Махатмой. Сидда Махатмой, Бхагаван сам сказал, твой Гурудев — это мой парикар. Он тебе дал мантру. А что означает мантра? Мантра означает, что Гурудев дал тебе меня, то есть Бхагавана. Мантра — это не просто какой-то звук, это сам Бхагаван. Поэтому Бхагаван и сказал, твой Гурудев тебе с мантрой дал меня. Посредством мантры тебе дал меня. Если ваш Гурудев — Садгуру, и если вы искренни, то тогда мантра на вас произведет огромное влияние. Семь-восемь дней назад я вам сказал, что привел такой пример, что маленькие преданные в Гаудия Матхе, они однажды разговаривали, селись под деревом и разговаривали. Они то есть обсуждали между собой, о, мы получили харинам от Прабхупады, но почему мы ничего не чувствуем? И тогда там мимо проходил один старший преданный,
И он спросил, о чем вы разговариваете? Не о чем. Мне очень интересно, я хотел бы поделиться с вами, может быть, своим пониманием. И это были маленькие мальчики, они только приняли Харинаму недавно. И, в общем, они ему открыли свои переживания. Мы получили Харинаму от Прабхупады. Прабхупада — это вечный спутник. Когда Прабхупада нам дал посвящение, мы понимаем, что он нам дал Кришну, но у нас нет этого чувства. То есть мы знаем, но не чувствуем. 7 или 9 дней назад я вам уже привел тоже такой пример. Если маленький ребенок остается без родителей, то есть они умирают, то этот маленький мальчик, он не может получить все имущество своих родителей, потому что он не понимает ценность этого имущества, он не знает, что с ним делать. То есть он понимает, что такое сладости, что такое печеньки. Так же, как и обезьяны, они не знают ценность сокровищ. То есть, если вы дадите сокровище обезьяне, она может его разорвать, но обезьяна понимает, что такое бананы. Однажды Ситадеви подарила Хануману ожерелье из жемчуга. «О, Хануман, прими это ожерелье». И Хануман, это очень смешная история. Хануман взял это ожерелье, стал на него смотреть, и он начал его раскусывать. И Сита спросила, зачем ты его кусаешь? Оно такое дорогое, ты можешь использовать его, ты можешь на себе носить. Не-не, я ищу, если там Сита-рам, я не вижу там ни Сита, ни Рама, поэтому он для меня оно не имеет никакой ценности. Я хочу видеть Сита-рама. Но я не вижу в этом ожерелье ни Ситу, ни Раму. Поэтому зачем оно мне? Если вы дадите свинье дорогие фрукты, свинья не поймет ничего, кабан. Но если вы дадите ему испражнение, то ему очень понравится. Поэтому наша ценность нашей жизни, мы не понимаем ее. И тот старший преданный, он сказал этим маленьким ученикам: «Прабхупада вам уже дал Кришну». Так и есть, но вы не можете этого осознать. Вы очень юны. В процессе совершения баджана, когда вы созреете, вы встретитесь с Хари, когда будете повторять Харинаму. Прабхупада много раз сказал, что совершать Харинаму и встречаться с Хари — это одно и то же. Вы поймете это позже, но сейчас ваше положение, оно приравнивается положению того младенца, который потерял родителей. То есть он не понимает ценность имущества, земли, квартиры, драгоценности, денег. Он понимает только, что такое леденец. Но когда ребенок повзрослеет, когда ему исполнится 18 лет, тогда он уже разберется, все поймет. И также вы как дети, вы невинные, вы не понимаете, что Гурудева вам дал уже Кришну. У вас нет прямого чувства. Прабхупада, когда он дает Харинаму, он дает Кришну. И когда вы созреете, дойдете до этого уровня, вы осознаете это. Гопа Кумар, когда получил мантру от Гурудева, он увидел мантра Девату и потерял сознание. Он не мог это вынести, пережить эти эмоции духовные. Ведавьяс здесь говорит: не фокусируйтесь на материальном звуке, не занимайте себя материальными вещами, любой объект. Особенно здесь, в Индии, в Бхарате, мы говорим «джол». «Джол» значит «вода». That liquid, hydrogen and oxygen, H2O. Here we
H2O — это вода. То есть и она зовется water на английском, а мы на хинди говорим пани, на урду тоже пани, я так поняла, а на бенгали мы говорим джол, а на английском говорится пани, и на русском говорят вода. То есть каждый объект, каждая субстанция, она имеет имя. То есть когда я говорю «вода», Махарадж прям говорит «вода» по-русски, но вода не появляется. То есть звук «вода» не означает «воду». Это всего лишь название воды. То есть это железо, это вода, это манго. То есть каждый объект обладает какими-то признаками. И эти признаки указывают на что именно это. То есть если это нечто обладает признаками железа, то это и есть железо. Но в других странах железо называется по-другому. Поэтому я выбираю разные слова. Я использую вот это слово, чтобы обозначить вот этот вот объект или вот эту субстанцию, или что угодно. Я могу назвать эти одежды, это деревце. То есть вы используете различные звуки в зависимости от вашего происхождения, в зависимости от ваших удобств. То есть вы даете разные названия, и вы обучаете других этому, и вы сами учитесь этому. Но на самом деле этот звук не имеет вечного существования. Вы говорите «манго», а я говорю «ам». Это на хинди «манго». Но мы называем один и тот же объект. Вы используете слово «манго», а я использую слово «ам». И в этом и чудо. То есть мы выбираем некое слово, чтобы указать на какой-то объект. Это дерево, это часы, это книга. Разные звуки обозначают. Это все фальшивые термины. В подлинном смысле слова это все фальшиво. Если я говорю «пани», «water», «вода», если это я буду говорить как африканцу в Африке, то он ничего не поймет, потому что он привык к чему-то другому, к другим звукам. То есть любой объект из этого материального мира, то есть вы можете выбрать какое-то название для этого объекта. Но это название, оно, это фальшивый термин. Вы его используете временно, но потом вы умираете. Или, например, объект разрушается, то нет ни объекта, ни имени. Это все фальшивое. Но так не работает в случае Апракрита Шабда Брамы. Если вы это осознаете сердцем, что это все фальшивый звук, тогда ваше неведение, оно испарится. В духовном мире, в Апракрита Джагат, Парампуджапат Шридар Госвами Махарадж в Бхакти, Прамапури Госвами Махарадж, когда они, или когда Мадавендра Пурипад, когда они произносят слова, как Хари Кришна, Вриндавана, Мадавендра Пурипад, когда он восклицает: «О, Вриндаван, о, Нанда Нандан Кришна!» Наш Мадавендра Пурипад, он жалуется: «Где Кришна? Ха Кришна!» И когда он восклицает «Ха Кришна!», Кришна присутствует в этом звуке, в тонкой форме, но вы не догадываетесь об этом. Когда чистый саду, когда он произносит Харинаму, Харикиртан, Харикату, в его Харикатхе Хари присутствует. Вот почему оно настолько его Харикатха настолько могущественно. Материалист может запомнить философию и говорить так называемую Харикатху, но вы будете слушать это,
и на ваше сердце не будет никакого воздействия. Но когда вы будете слушать от чистого преданного, тогда вы просто удивитесь, вы получите какую-то встряску. «О, что это? Я никогда такого не слышал раньше». Когда Мадхавендра Пурипад говорит, произносит имя Кришны, он говорит Кришна, он видит Кришну, и Кришна сам присутствует в слове Кришна. Сам Кришна, он присутствует в слове Кришна. Вы забываете в шастрах, в Чайтанья Бхагавате, в Чайтанья Чаритамрите написано «Каликаль нам рупен». Кришна. Это Чайтанья Чаритамрита, это воплощение звука. Это звуковое воплощение Кришны. Это Кришна, который воплощает себя в виде звука. Когда Шукадева Госвами объясняет Бхагаватам, Кришна, он сам там присутствует. И Кришна, он сам это уже пообещал. Он сказал, что когда мои чистые преданные будут воспевать мою славу, я буду присутствовать там. Когда они будут танцевать для меня, я там буду присутствовать. Это обещание Кришны. Нараджи об этом говорит. Бхагаван сказал Нараджи эту шлоку. Когда мои преданные воспевают мою славу, я присутствую в этом месте, там, где они воспевают мою славу, я присутствую там лично. Они меня не могут увидеть, я там нахожусь в тонкой форме, но они меня не могут увидеть. Икшатерна ашабдам. Это означает, Вьясадева Госвами говорит, не тратьте свое время, играя с материальным звуком. Постарайтесь концентрироваться на духовном звуке. И последняя шлока Веданты. Завтра я тоже это буду объяснять. Потребуется еще 1-2 дня. Самая последняя первая шлока Веданты — это Атарта Брахма Джигьяса. Последняя шлока. Анаврита Шабдя. Анаврита Шабдят. Анаврита Шабдят. Это шлока из Веданты. И вот эту шлоку. Я объясню эти две шлоки завтра. Я вам проясню их. Сегодня я хотел обсудить пятую шлоку, а завтра я обсужу вот эту шлоку и последнюю шлоку. После прочтения всей Веданты мы найдем эту шлоку. Анаврити Шабдиат. Икшатерна Ашабдам — это значит Вьясадева Госвами просит нас, не теряйте свое время с материальным звуком. Я вчера вам сказал, кто-то меня может назвать животным, а кто-то меня может назвать гением, но для меня это одно и то же. Материалист говорит, слово, что он говорит, оно материальное, то есть почему оно должно на меня влиять? Пусть он говорит. И под руководством Прабхупады, и Гуру Дева, Гуру Варги, мы должны этому всему научиться. Кто-то оскорбил Вана Госвами Махараджа. И Мадхава Госвами Махарадж кто-то оскорбил, но они ничего не ответили. Они понимали, что это все материальный звук.
кто-то оскорбил Мадхава Госвами Махарадж. Кто-то может попробовать оскорбить Гуру Вайшнав. Кто-то может попробовать сказать что-то, какую-то критику по отношению к Гуру Вайшнав, но они не чувствуют никакой... То есть на их это никак не влияет, потому что это все нереально. Зачем злиться, если в этом нет никакой реальности? Вот почему Бхагаван Шри Кришна сказал Удаве. Мы должны все следовать этому. Вы должны следовать, я должен следовать. Бхагаван Шри Кришна сказал Удаве, если кто-то тебя будет оскорблять, не расстраивайся. Бхагаван так сказал. Он сказал это лично Удаве. Он лично сказал это Удаве. Если кто-то будет тебя оскорблять, не расстраивайся. Это все материальный звук. Что говорит Бхагаван? Бхагаван сказал вот эту шлоку. Я уже ее прочитал. Завтра я ее объясню. Сегодня нет времени. Если кто-то вас будет оскорблять, не оскорбляйте его в ответ. Если кто-то вас оскорбляет, терпите. Если кто-то вас без всякого основания оскорбляет, терпите, не реагируйте. Если вы будете вести свою жизнь таким образом, вы получите огромную силу. Я вам обещаю. Если вы сможете прожить жизнь таким образом, вы станете очень могущественными. Но вы скажете, это невозможно, Махарадж. Как же такое возможно? Кришна сказал, Удава, если кто-то будет тебя оскорблять, критиковать, не расстраивайся, не реагируй и не оскорбляй в ответ. И так вели себя Вана Госвами Махарадж, Бхакт-Прамодпури Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж. Их оскорбляли, но они ничего не отвечали. И я вынужден остановиться на этой ноте. Я не хочу останавливаться. Я бы мог продолжать целую ночь, но мне нужно остановиться. Анади ниданам брахмо сабда таттям ядакшарам нивартате артхабхавена пакрия явату ятаха панчакарта.